огромный привет. Меня зовут Елена, и вы снова на моем канале. Давайте посмотрим, что сегодня у нас новенького. А новинки у нас есть. Сейчас начнем. Давайте посмотрим. Вот первое, что я вижу. Это коробки. Декоративная шкатулка. Смотрите. С девушкой на коньках. И раскладывается. Здесь внутри она розовенькая. Из плотного картона. И на обратной стороне тоже девушка. Какие еще есть рисунки? Есть рисунок ажурный в виде кружев. Есть вот бабочки и колибри. И есть вот такой восточный рисунок. И обратная сторона. Дальше привезли грибов. Осенью. Декоративный гриб. Дальше такой серенький. И вот такой большой белый, наверное, это, да, гриб? Из пенопласта сделаны. Да, пенопласт. Коричневый, темный. Вот такой темный грибочек. Ну и все, все они остальные одинаковые. Давайте дальше посмотрим, что у нас дальше. Горшочки. Это мы, кстати, в Ростов-на-Дону на металлургической. Да, если вы слышали, у нас вчера был огромный пожар. Сгорел целый квартал. Вот, смотрели все по новостям. Но это далеко. Это Театральная площадь. От нас где-то 20 минут езды от Сельмаша. Первомайский район. В нашу сторону только пошел дым вечером. Ветер поменялся, немножко было дыма, а так все нормально. Вот, а здесь Беверли-Хиллз, чистая линия, укрепляющий шампунь, крапива и березовый. И вот здесь есть Беверли-Хиллз шампунь, ревитализация и объем. Коконат, элмонд, черри, кокос, миндальный орех и вишня. Хэппинесс. Сейчас пронюхаем. Угу. Прям такой яркий-яркий вишневый запах. Дальше смотрим, что еще тут есть. Малиновый мусс и тропическая манго. Уже разобрали. И ветка-сметик. Сияние, объем, регенерация, восстановление, прочность и здоровый блеск, питание до самых кончиков, увлажнение, питания волос по всей длине, восстановление целостности гидролипидной пленки. Кстати, накрасила ногти, называется BB-крем Орли. Ногти купила недавно в индустрии красоты. Наносятся просто на чистые ногти. Вот так выглядят. Так, давайте дальше смотреть. Отвлеклась. Так, энергия. Лемонграсс и ваниль. Дальше сейчас покажу новинку. Пришли новые крема. Вот, интересные. Называется Далмар. С экстрактом ирландской красной водоросли и витаминами. Один. Второй. Это лифтинг эффект. Омолаживающий для лица, шеи, области декольте с морским коллагеном и спирулином, активатор молодости, глубокое увлажнение. Крем для лица с экстрактом ирландской красной водоросли и витаминами. Где произведено? Давайте посмотрим. Вот. Юридический адрес. Не пойму, какой. Россия, Московская область. И питательный крем с экстрактом устриц из известковых морских отложений. Энергетический коктейль. Вот какой. Смотрите, какие новые корзинки. Сейчас я постараюсь их достать. Плетеные. 99 рублей. Красного цвета. Вот она какая.
Давайте размер посмотрим. Вот размер. Но они такие забавные вообще. Аккуратненькие. Очень приличные плетенки. Желтенькая такая яркая. Ой, как я ее достану. Сейчас. И нам сюда завезли антишелак без ацетона. Теперь он зеленого цвета, а был красного. Здесь его много. И коробочек просто вообще. Органайзеров очень много. Прям и квадратные, и прямоугольные. Какие хочешь. Зеркала, вот корзинки, и смотрите, какие огромные часы появились с зайкой, вот, попугай, да, пиратский попугай, пандочка, ух ты ж, появились еще ланчбоксы вот такой формы. Я думаю, что они стоят 55 рублей, наверное. Ну, может, 50. В форме совы и пингвиненка. Нашла два одиноких подсвечника. Вот они. Стоят. Ну, кто ж возьмет два? Нужно или три, или один. Вот такие. Кстати, вешалки такие смотрела. В Ашане стоят 110 рублей. Здесь 55 рублей. И разбирают, разбирают. Уже их меньше стало. Белых нету, жалко. Красные, зеленые, голубые и черные. И 55 прорезиненные еще есть. Тоненькие совсем. 55 рублей 5 штук. И вот покажу вам Home Star. Я очень люблю вот этот белый. Он очищает очень быстро, за одну секунду практически. И раковину, и ванну. И действительно долго держится чистота после него. Он великолепный, девочки. Смотрите, если кто не смотрел, не знает. Вот классный вот этот активный гель, средство для ванн, чистящее. Оно гелеобразное, голубого цвета. И классно-классно очищает. Для унитаза есть с лимоном. Есть для очистки труб. У меня тоже есть такое. Такое я еще не покупала. Но я хочу... Вот почему они не выпускают для кухни? Нет для кухни такого. И вот зачем я пришла. Это вот такой антибактериальный гель для посуды. Вот его мы и возьмем. Есть еще с яблоком, но я хочу прозрачный. Алоэ. Давайте по зубным пастам проведу вас. Зубные щетки. Я не вижу, сколько они стоят. Они все у нас бесценные. Зигзаги, Колгейт и Оралби. Здесь у нас жемчуг с кальцием 25 рублей. И знахарь 25 рублей. Все остальное 50. Верхний ряд 55 рублей. Колгейт стал уже дороже. Тройное действие 55 рублей. У нас во многих магазинах уже даже иногда дешевле я вижу Колгейт, чем в фикс прайсе. Вот. Аквафреш мятно-мягкая. Мягко-мятная. Вот такие я себе взяла две штуки с плата. Арктикум. Еще есть актив, но она маленькая. Есть разные там еще ультра. Ультракомплекс и лечебная трава. Ополаскиватели 50 рублей, 77 рублей. Вот 77 лесной бальзам. Колгейт 99 рублей. 55 рублей. Бархатная роза 70 рублей. 77.
и Белла 77 55, Белла Пати Софт, Белла Классик 50 рублей. Там все 50-55. И Ола, и Либерте, и Белла. Вон они. И вот такие ауры. И ватные диски. Я тоже считаю, что здесь подороже они идут. Это просто, если не хочется куда-то бежать, то можно купить. 140 штук стоит 50 рублей Котте. И здесь 55 рублей 150 штук. А в Галамарте я взяла вот таких 80 штук на 21 рубль. 160 штук, получится 42 рубля. А здесь 55. 160, да. Персоль, Рефайн, Биолан, АОС, Фэри Нежные Руки, Сорти, Синержетик для окон. А вот Хоумстар для плит, да, для чистки плит. Огромный Фэри, 99 рублей. Пена-эффект, более концентрированный. Ледяная свежесть, 77 рублей. Аосы, Санита. Санита, Велоры. Что еще тут есть? Ваниш, Тайт. Так, 55 рублей для белого и цветного Тайт. И для цветного. Так, здесь Ленор автомат. Бимакс 99 рублей. Вот Пемос. Пемос 99 рублей. Что здесь разобрали? Еще что-то, набор пинцетов. Прищепки. А вот сколько стоит ситечка в раковину? 4 рубля 10 копеек. Вот они, ситечки в раковину. Красивые и серенькая. Вот мои любимые прищепки разных цветов. Стаканчики для зубных щеток. Вот здесь наперники поразбирали, порасхватали, все поразбросали. Вот они еще остались: розовый, голубой. Вообще, напишите мне, девочки, кто-нибудь пришел вообще ко мне с другого канала? Я давала рекламу у одной нашей ростовского блогера. И вот мне интересно, кто-нибудь пришел от нее ко мне? Напишите, пожалуйста, если кто-то пришел с другого канала. Я буду рада знать. Смотрите, какие есть полотенца кухонные. Я люблю такие вафельные полотенца. 70 на 30, 55 рублей. Вот. Кухонное полотенце 55 рублей. Посмотрите на ее глаза. Да где же там глаза? Открой глаза. Она устала. И так жарко. Плохи.